Уже 3 дня, как перекресток улицы Мурманской и Октябрьского проспекта стал полосой препятствий. А все потому, что регулировать движение некому. Разом погасли все светофоры. Ужас, что творится тут. Особенно в часы пик. Не проехать. Пешеходы. Ну, ужас, что. И не ГАИ, и никого нету. Абсолютно. Правда, в госавтоинспекции эту информацию опровергли, сообщив, что все 3 дня инспекторы ГИБДД работают на перекрестке регулировщиками. Наша съемочная группа действительно увидела неподалеку от пешеходного перехода машину ГАИ. Инспекторы при нас остановили несколько автомобилей, беседовали с их владельцами и оформляли какие-то документы. Возможно, выписывали штрафы. Но на наши вопросы о дорожной ситуации на данном участке стражи порядка отвечать отказались. Вот за сегодняшний день много правонарушений? Я так понимаю, вы ловите тех, кто... Мы не ловим, мы... Несем службу здесь, на данном участке дороги. А в данном случае что вы делаете? Выполняем свои обязанности. А какие? Все, что вы хотите услышать, в аналитический отдел обращайтесь, вам там все расскажут. После разговора с нами машина ДПС тут же уехала. Как нам пообещали в мэрии, к вечеру сегодняшнего дня движение на этом участке дороги приведут в норму. Светофоры заработают. Причиной их отключения стало повреждение кабеля при сносе дома. Алена Сянься, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».